Ну что, продолжим. Продолжим наши Rimworld'ы. Значит, в прошлый раз у нас закончилось на биу-биу-бам-бам. Мы захотели двух ребят. По просьбе вас я... Та, ёлки, ты будешь ехать вниз. Я переименовал Инстакила, Коронекса и Игорь Геймера, Геймера добавил. Так, Бабулек, я ему обещал, он ждет. Кстати, а где у нас могила была? Где-то вот. Вместо этого я тебя переименую потом в кого-нибудь нового. Ну, то есть кто-то новый там. Кисти, это наша вот это вот терьер этот, который нахрен не нужен никому. Так, дайте я соображу сейчас, что мы будем делать. Значит, надо отчухаться. Мы, в принципе, все здоровые. Этих мы надо бы вывести в отдельную. Так, они нам покоцали. У нас аккумуляторов нет. Мы поставили два вентилятора. Но тут надо будет посрубить дерево. Вот геотермальщина. Еда растет. Это что я ращу? Кукуруза. Вот, кукуруза классная на самом деле. Кукуруза, она так хорошо плодоносит. Главное ее продолжать выращивать. Ну, так, здесь дерево у нас дофига. Ну, в принципе, окей, погнали. Я буду так на полуускоренных парах идти. Что у нас исследуется? Ковка уже исследуется. Ковка. Ничего интересного в ковке нету. Давайте возьмем основы микроэлектроники для того, чтобы открыть Gun Turrets. Это вот более полезная сейчас будет вещь. На самом деле, потому что ковка, там всякие мечи, орала, забрала, ничего там нету. Там не механические части. Соответственно, винтовок мы там настрелять и наделать не можем. Так что ничего. Так, единственное, что у нас тут, вот это мы, наверное, запретим, так на всякий случай. Мало ли. Хотя они не должны взять, но лучше их разносить. Так, куда ты пошел? Ты у нас случайно не... Ага, так. Окей. Хорошо, вы у нас не ночники. Так, 10-10. А кто вот это принесли? Себастьян Грант Мёрф. А зачем мы его сюда принесли? А, ладно, пусть пока будет. Так, сколько тут должно быть? Внутри минус 4 сделаем. А сейчас внутри 17, потому что оно не работает. Нет электричества. Это плохо. Холодильник надо сделать с этим. С локом. Ну, эрлоком. Так, для этого... Сколько у нас железа? 150. Очень мало. Так, я все время еще путаю с этими клавишами. Вот так. Хотя, на самом деле, всю надо будет спилить. И застроить... Поэтому мы сейчас вот так сделаем, пока уран не будем трогать. Что вот это у нас? Каменный станок из стали. Что он делает? О, каменные блоки. Вот, слушайте. А что же это я забыл совсем про каменные блоки? Коронекс пошел исследовать. Нет, стоп, вру, не Коронекс, Игорь Геймер. Вот он. У тебя здесь два. Художник, фермер. А сколько ты фермер? Пятерочка, да? Давай, знаешь что? Давай мы с тобой забабахаем вот так вот кукурузки сюда. Это картошечка у нас. И давай с этой стороны. Сколько там? Вот. Так, да. Значит, стоп. Вот эту зону удалить. Вот так. Там будет кукуруза. А спереди мы посадим... Так, значит, мы посадим, я знаю, 12 на 10... Вот так мы посадим рис. Mm-hmm.
И еще я посажу. Удалить зону. Это сейчас он. Не, нормально. Тогда надо делать промежуток. 12 на 8. Да, другая зона. И здесь мы посадим. Клубника у тебя, ты скилл можешь. Сено, трава, рис, кукуруза. Картофель, лилейник, роза. Давай. Еще картофана. Лечебный корень вы пока все равно не можете. Поэтому давай, иди. Иди фермери. Че ты не фермеришь? Ладно, вот пошел. Так, все повылазили. Инстакил. Пошел кушать. Так, давайте-ка мы работенку сделаем. Вы все фермеры. Этот сначала садовод. Кузнец не нужен. Шахтеры. Тогда вот это сюда. Это сюда. Иди помогай ему делать все, что надо. Инстакил тоже пошел. Кстати, инстакила правильно мы назвали, посмотрите. Стрельба 12. Этот пойдет сейчас резать. Стоять. Плохое настроение. У кого? Инстакил. Схренали. Колонист дает в темноте. Беспокойный сон. Гадкое место. Общая спальня. Ну, извини, дорогой. Сейчас у нас жизнь такая. А раз тебе темно, давай мы поставим вот такую штуку. Оно будет чуть-чуть теплее становиться внутри, хотя и так внутри 20. Так, Коронекс, чё делаешь? Гуляет. Опять же, чё вдруг? А не хочешь ли ты... ремеслом заняться. Так. Закончилась лафа. Час на отдых. Два на отдых. Точнее так, личное время. И один час отдыха. И вот это скопировать, всем ставить. Вот так, пожалуйста, Рамо. Вот так. Вот, сразу видишь. Сразу дело сдвинулось с мертвой точки. Новый рекрут. Отлично. Вот видите, сразу и завербовали Луиса. И Луис сразу побежал. Кто он у нас? Медик, фермер и горняк. И животновод. Отлично, я считаю. Давай, парниша, сразу тебе вот так. И разберемся. Луис. Так, раз у нас появился новый, значит, кто у нас следующий? Радикал Уилсон. На очереди. Всех обещал сделать, всех сделаю. Радикал. Радикал Уилсон. Инстакил я тоже добавил. Раз, два, три, четыре, пять. Так, я обещал Бабулега. Ну, давайте Бабулега сделаем вот, наверное, из этого парня. Да. Вот, смотрите, сразу светло стало. Ой, как вы сидите все, кушаете. Прекрасно просто. Так, тут кукурузку уже засаживают, да? Молодцы, все вырубили, кроме вот этого. Вот это надо вывернуть. И я бы вам рекомендовал построить. Молодец, Радикал. Уилсон, молодец. Кроникс, у тебя хорошо получается их уговаривать. А ну давай. Уболтай пацанов. Так, куда ты побежал? А, это Уилсон. Так, а где он?
Ага, ты тоже сажаешь. Умничка. Так и надо, клубничку. Нет, картошечку. Клубничку мы решили не сажать. Так, вечер. Отлично. Охотник безоружен. Это про кого? Это про Вилсона. Вилсон у нас, в принципе, стрельба. И, в принципе, мы ему потом можем дать. А Таклер у нас кто будет? Тоже стрельба. Тогда мы дадим сейчас Вилсону нормально в руки ближний бой. Тут единица разницы, поэтому мы ему дадим сейчас. Стоп, а мы проложили здесь кабель? Нет, конечно. Так, чтобы не срубать деревья. Вот так. Ну-ну-ну, чувак, займись кабелями сейчас, пожалуйста. Вот это важнее, потому что это так крутится хорошо, а толку никакого. Сделай, пожалуйста, все. Не-не-не-не, нет, и достроить сразу. Да достроить, я сказал. Жрать потом будешь. Сначала работа. О, вот теперь я понимаю, что пошло наполнение, да? Да, а теперь делай, что хочешь. Плохое настроение. Инстакилл. Мое животное умерло. Без одежды? А чё ты без одежды? О! Хо-хо-хо-хо. Извините. Нехорошо как-то получилось. Дома я без одежды. А у меня одеть тебе нечего, слушай. Ну, извини, дорогой. Охотник без оружия, нужны кровати. О, точно, слушайте, я про кровати забыл. Мебля. Из древесина. Вот так их сейчас расположим. Ну, давай, Вилсон, ну, камон. Иди себе сделай кровать нормальную. И ложись спать. Вот так. Это же другое дело. Мало пищи. Это 12, нормально. Нам хватит на утро и на вечер точно. А потом мы займемся. У нас картофан почти созрел. Так, ветерок дует. Электричество вырабатывается. Почти мегаватт. Ой, киловатт, простите. 10 киловатт. Даже я бы сказал. Что я. Так, утро погнало. Всем подъем. Трун-трун-трун. Опа, плохое настроение. У кого? Так, инстакил. Давай мы тебя, наверное, будем беспокойны. Общая легкая боль. А что с тобой такое? Шрамы от царапины. Ну, бывает. Стоять. Животное умерло, я знаю. Надо его похоронить, наверное, твое животное. Или разделать. А, стоять еще раз, подождите. Невозможно похоронить. Тушка терьера запрещена. А если так? Так, пустые могилы для животных. Пустые могилы для животных где у нас? Пофиг где. Ну давай. Тебе и карты в руки. Эй. А где тогда для животных? Стоять. А где для животных? А для животиношек я и не вижу. Что удивительно. Ну, тогда мы, значит, его пустим. Кранекс, давай, тихоря. Опа. Потом тихонечко его сразу. Ага, а я не могу ее разделать, да? А чё я не могу ее разделать?
Что это за ноу? О, ну нормально. Я теперь понял почему. Пока ее не было. Пока инстакила не было, там все произошло. Так. Что такое? Налет. Да твою ж дивизию. Враждебный пират дымчатый сплиттер. Сколько вас? Шифтер. Где я? Где я? Где я? Где я? Так, они пойдут, наверное, сюда. Тут бум-бам. Хорошо. Налет это все. Тогда, значит, еще раз, радикал. А ну-ка возьми тут. В данном случае ты возьми вот это. Потому что пока мы там еще кого-то завербуем. Инстакил. Ты у нас самый килл. Поэтому давай, дружище, вот сюда. Нет, вот сюда. А этот пусть тут и остается. Вилсон, Вилсон, Вилсон. Почини кондюш. Кондюшек. Коронекс. Стоять машина. Давай-ка вот сюда. За деревья. Где они там? Отлично. Идут, идут, идут. Там здесь проход есть. Здесь кондера тоже испортится. Так. Тогда ты становишься вот сюда. Геймер Булава. Пока оставим тебя в рабочем процессе стоять. Нет, ты что, далеко ушел? Давай мы тебя пока оставим здесь, в этих дверях. И ждем налета. Ага. Заразы. Ну ладно. Раз так, то мне даже проще. Тогда только пауза. Давай, тебя сюда. Геймер сюда. Коронекс сюда. И радикал сюда. Только быстро, парни. А мы успеем. Почти успели. Так, сейчас проверим, у кого тут лучше. Семерка, четверка. Да, вот так пусть будет. Опа. И тут сейчас... Нам надо было раньше выходить сюда, потому что... Так мы себе хуже сделали, только узкий проход. Пам. Отваливай. И этого сюда. Эй, ты что делаешь? Вот сюда вот этого, свежебоем. Да что ж ты в меня стреляешь, Коронекс? Твою дивизию. А ну. Чпок. А вот его. Конечно, правильно сосредоточить. Куда он пошел? Ага. Бум-бум. Бум, есть, тут есть, отлично. Выдвигаемся сюда. Стреляем этого. Опа. Стоять, машина. Ты не уйдешь никуда. Ты посмотри, а. Все. Отпустить всех. И что имеем? Два трупа, один завербовать. Кто ты такой? Ближний бой, медицина, животноводство, строитель, нормально, 35 лет, захватить. Коронекс, ты у нас умеешь это делать? Сделай, пожалуйста. Так, это ужасно, ужасно, ужасно. Все остальные, пожалуйста, отдыхать до выздоровления. Три койки. Или две, стоп. А, две всего. Отдыхать и отдыхать. А это можно обычно сделать. Инстакил, пожалуйста, позаботиться обо всех. Влетели. Инстакил, давай, пожалуйста, окажи помощь. Нормально. Молодцы. Так и надо. Этот пусть пока помучается.
Покорми всех малышей. Это что, кожа? Шкура терьера. Круто. Так. Что здесь мешает? Ничего не мешает. И здесь тополь. Срубить. Срубить. Все отлично. Хорошо делать в полях. Эти самые. Вот эти тополя, наверное, мешают. Не те, а вот эти. Их сразу не заметил. Ну, те, я думаю, тоже мешают. Так, хорошо. Тут все раны залечены. Все. Все за что. О, даже хорошо залечено. А тут. Тут еще плющим. Давай тебя вербовать, и тебя можно лечить даже травами. Сейчас посмотрим. Перебинтовали, поплевали и перебинтовали. Так, отлично. Здесь собирать. Тут сеем, да? Сеем, сеем, засеваем. Так, кабаны бегают. Животноводством рановато, наверное, сейчас заниматься. Рук на все не хватает. Простите. Нужны кровати. Да ладно, три этих, да ничья. Что ж тебе кровати это нужны? Кому? Камон, кому? Ага, этот уже излечился. Все, отлично, точно. То есть тебя там чуть-чуть всего лишь под джунджунг и нормально. Так, был еще один налет. Бум. Так. Минер может снова ходить. Хана Минер. Немец. Вечерело. Может, вот это вот на склад бы убрать? А это на мусорку. И вообще хорошо бы переделать это все. Что никто не хочет ремеслить. Оба. Полностью исчелен. Фу, исчелен. Исцелен. Куда ты побежал? За едой? О, работать. А, 19 часов только. У вас еще вон целый час работы. Потом 2 часа свободного времени. Все, 20 часов. А геймер еще вкалывает, смотрите, в свое свободное время. Какой трудоголик. Называется, пацан сказал, что я доделаю. Доделал. Так, засеяли мы тут рис. Тут у нас кукуруза, картофан 94. Я думал, сегодня будем собирать, но будем собирать завтра, и это хорошо. Еще раз. Так, здесь столько камней. Хорошо, кабанчик к нам пришел в гости. Спит она. Эти два урода, их раздеть надо. Больше они нам незачем. Ну, все, спать. Всем спать. Белка. Белочка. Давайте за ней последим. Ага, она спит. Может, к утру она и проспится. И будет все хорошо. Так, что случилось? Инфекция, заражение. У кого? А, ну, нормально. Это как бы... Как бы да. Как бы понятно. Так, ладно, давай, наверное, его вот так. Мы же хотим завербовать. Хотим. Бел, побежал, скушал. Что, 2 часа ночи? Посреди ночи ты вдруг проснулся. С чего бы это? Ой. Чё это вы? Ну так, ладно. Медицина 8. Ну иди тогда полечи, что ли, другана. Так. Должно быть. Вот так. Вот так. Что делаешь? Социально расслабляется. Социально расслабляется. Иди полечи этого. Ханна Миллер.
Опа! Что такое? Проводка? Как обычно, а? Нифига себе. Что один не справляется. Ого, хорошо тут горит. Наконец-то. Так. И тогда нам надо восстановить это дело. И очень нам срочно надо это дело восстановить. Так, и что-то я перестал копать. А копать надо. Та, ёлки. А копать надо. Полюба. О, Вилсон пошел чинить. Построили. Это что же у нас тут? По 500. 1000 киловатт. Ой, 1000 ватт пропадает зазря. Так, ну вы посадили уже кукурузу? Нет еще? Картофан убирать будете? 97% скорость роста 100. Куда вы побежали? Ага, тут картофанчик засеять. Весна, однако. Майские праздники, все картофан садят. Так, исследование идет, это хорошо, мало пищи. 7, 8, так, тут разобрали, плохое, отвратительное, ужасное, ужасное, нормально, это хорошо. Пищи мало. Ну что, увалим кабанчика. Ты что делаешь? Коронекс, ты нормальный вообще? С такого расстояния чуть другана своего не завалил. О, картофан созрел. Вот вам и пища. Ура. Ура. Так, что у нас? 11 часов. Обеденное время. Куда ты его понес? Блин, ладно. Не для этого мы квиточку расстрелы. Так, все, здесь есть. Теперь надо застроить это дело. И застроим мы это все. Блин. Так, ребят, а давайте-ка, у нас сейчас 12 часов, а мы сейчас, знаете, что сделаем? Ремесло 10, о, вот давай, вот ты как раз этим занялась, вот умничка. Вот молодец, только далеко, конечно, носить. Но мне очень надо, чтобы ты все это сделала. 25, 75, это много, это хорошо. Это чего у нас блоки? Это сланец. Известняковые, нет. Известняк. И вот так вот зашиваем известняком. Молодец. Убирать надо. Так, смотри, к вечеру и достроите, если возьмете все вместе. Или не достроите. Не. 18 часов уже. Внутри 33. Давай, Вилсон, достраивай. Ты должен сегодня это сделать. Он просто по-любому должен. Давайте вот так сделаем тогда. Все, отлично. Вот так так. Вот так так. И сейчас ничего не случится. Будем ложиться спать. Да. И на этом будем заканчивать серию. Так, всем спасибо, что смотрели. В общем, это был еще очередной день из истории нашего поселения. Дальше больше. Всем пока-пока.